Сегодня совершенно общеизвестно, что Вторая мировая война закончилась бомбардировками японских городов Хиросима и Нагасаки, атомными бомбардировками. Ядерное оружие стало реальностью. И последовал немедленный ответ советского руководства. Уже 20 августа 1945 года, через 10 дней после атомных бомбардировок японских городов, подписывается постановление о начале реализации советской атомной программы. И уже в начале сентября 1945 года, здесь вот на берегах озера Иртяш, между городами Челябинском и Свердловском, высаживаются первые изыскатели, начинается поиск площадки для размещения атомных объектов, поиск площадки для размещения жилого поселка. Темпы, которые задали здесь руководители страны, лично Сталин и лично Берия, который руководил атомным проектом, были просто фантастическими. Нужно было сделать бомбу в рекордно короткие сроки. Именно так стояла задача. Успеть. Также американцы торопились сделать бомбу, пока ее не сделал Гитлер. И мы торопились сделать бомбу, пока она не упала на наши головы. Так стоял вопрос. Поэтому темпы были такие, что не давали возможности на длительные научные поиски, на отработку технологий. Все решалось прямо на ходу. И поэтому не удалось избежать и высоких доз облучения персонала, и, увы, не удалось избежать и загрязнения окружающей среды, о чем сегодня очень уместно вести речь, потому что приближается 50 лет с того дня, когда в сентябре, 29 сентября 1957 года взорвалась одна из емкостей, в которой хранились жидкие высокоактивные отходы. Но емкость взорвалась в 1957 году, а бомбу удалось сделать за 4 года, за такой же срок, как это сделали американцы. И первая бомба была испытана 29 августа 1949 года. Так что мы задачу выполнили. Но, к сожалению, накапливались в процессе выполнения этой главной задачи очень опасные, тяжелые, жидкие радиоактивные отходы, технологии переработки, которой не было, технологии хранения совершенной не было. И в результате, в 1957 году, эта емкость в результате нарушения охлаждения взорвалась. Это сегодня очень известная авария, она называлась Берекыштымская авария, но привела она к очень серьезному загрязнению обширных территорий. Как вы знаете, радиоактивный след
продлился в северо-восточном направлении более чем на 100 километров. Им были затронуты три области – Челябинская, Курганская, Свердловская. Пришлось эвакуировать 10 270 человек, ликвидировать 23 деревни. Это, конечно, очень большое и серьезное несчастье. Но, естественно, любое переселение людей, насильственное переселение – это всегда трагедия. Нужно было провести тщательнейшее обследование, определить предполагаемые дозы облучения и решить, кому жить, кому выселяться. Организовать самовыселение – это очень тяжело, драматично. Люди бросали все свои вещи, домашний скот. Даже кошку нельзя было взять с собой, потому что от нее можно было получить большую дозу радиации. Это все очень грустно и печально, но это было необходимо сделать, и это было сделано. Люди были переселены, а на свете начались работы по реабилитации, перепашке, закрытию загрязненных участков. Но это целая эпопея. Трагедия была серьезная. Она потребовала огромного напряжения всех сил и профессионалов, которые ликвидировали эту аварию непосредственно на промплощадке, а пришлось очень тяжело там работать, в исключительно высоких полях. И работы проводились в городе. Вот мне пришлось, поскольку я еще был, в общем-то, очень молод, мне только исполнилось 19 лет, и успел 2 недели проработать на этом производстве. И нас, мальчишек, наши взрослые, старшие товарищи, благодарность им большая за это. Не бросили в самую гущу, там, где была высокая радиоактивность. Мы работали здесь, в городе, круглые сутки, работы хватало всем. И очень четко организованно мы все это проделали, и удалось избежать загрязнения города. Вот это удивительно. И до сих пор наш город остается в экологическом смысле, это я вам как эколог говорю, в экологическом смысле городом, ну, я бы сказал, которому можно позавидовать. Ну, а вот за пределами площадки нужно было вести тяжелые и серьезные работы. Оконтурить след, провести авиаразведку, провести наземную разведку. И этим занялись специалисты предприятия, которые на ходу осваивали совершенно новую специальность. Уже в 1958 году была создана специальная научно-исследовательская организация, знаменитая организация АНИС, она называлась, наверное, одна из сильнейших в мире организаций по радиоэкологии, радиобиологии. И удалось очень многое сделать. Хотя трагедия человеческая, конечно, была. И это самое, пожалуй, грустное во всей этой истории. Но, как мне кажется, я даже уверен в этом, предприятия, вообще атомщики, извлекли очень серьезный урок из случившегося. Во всяком случае, с тех пор не то, что ничего подобного, но даже и никаких предпосылок нет тому, чтобы мы могли опасаться повторения 1957 года. А сегодня, когда освоена и реализуется технология остекловывания радиоактивных отходов, то превращение опасных жидких отходов в практически безвредные твердые отходы, мы и теоретически исключаем возможность повторения чего-либо подобного. Многому научились и радиобиологи, и технологи. Это был очень хороший урок. Мне кажется, извлечен он был в полной мере. Во всяком случае, совершенно четко можно сказать, что только с прибытием в Чернобыль в начале мая наших специалистов, там началось более-менее разумная работа, направленная на действительно ликвидацию этой тяжелейшей катастрофы. Поэтому мы, конечно, понимая, что мы в большом долгу перед людьми, которые живут здесь, на Урале, из-за того, что мы принесли им столько неприятностей, но я думаю, что сегодняшняя работа комбината, направленная на реабилитацию пораженных регионов водоемов, на снижение радиационной нагрузки, во многом носит, я бы сказал, искупительный характер такой. Мы стараемся как можно полнее ликвидировать
результаты вот нашей деятельности здесь, которые нанесли некий ущерб экологии и здоровью людей. Сегодняшний маяк – это совершенно другой маяк. Это маяк, который практически не воздействует сегодня на окружающую среду, практически не имеет выбросов и сбросов загрязненных в окружающую среду, хотя экологических проблем еще очень много, и их предстоит решать.